Так, ну чё, погнали? Я вырубаю окно. Вырубайте вивер. Будем кого третьего звать? У нас вон еще феномен здесь. Феномен. А, он не в игре. Почему твой голос так? Как? Я плохо тебя слышу. Не знаю, я тебя отлично слышу. Ладно, бери корабль, сейчас посмотрим. Давай пойдем в Можно, нашу да? комнату. В наш. User was moved out of your channel. Channel switched. Понял тебя первый. Ладно, бери корабль, сейчас посмотрим. Запускай. Меня нормально сейчас слышно, ЗАС? ЗАС. Понял тебя первый. Завен. Запускай. Завен. Завен. Чё, погнали? Ты меня слышишь, нет? Нет, но вообще не слышу. Интересный девки пляж, то почему? Да слышишь ты меня, обманщик? ЗАС! Я даже в это, в трансляции слышу, что меня слышно. Да слышишь ты меня, обманщик? Здоровник. Ой, миф, кооператив зашли, новок. Ну ты красавчик, что я тебе скажу. Здоров, здоров. Ты прикольный. Я тебя не слышу, новок. Да в трансляции меня слышно, а так ты меня не слышишь. Ой, миф, кооператив зашли, новок. Ну ты красавчик, что я тебе скажу. Здоров. Ну вот, я тебя не слышу. Че ты очкуешь? Все нормально будет. Главное, Ника, ну-ка посмотри, там у него. Доминируешь. Да я тебя не слышу, боже мой. Подожди. Че ты очкуешь? Все нормально будет. Главное, Ника, а ну-ка посмотри, там у него. А ну-ка говори. Говорю. Да я тебя не слышу. Ну, вообще не слышу. Вообще не слышу новых. Кстати, Ник, посмотри-ка, у меня лагает там вообще стрим. Ладно, сейчас после боя посмотрим. Ник, меня слышно? Скажи, пожалуйста. Посмотри-ка, у меня лагает там вообще стрим. Новак, еще раз говори. Говорю, говорю. Ага, нормально, но опять-таки... Никсюк. Я тебе говорю, меня через стрим слышно прекрасно. Вот я себя слышу. Так, если все ок, подожди, сейчас немножко с настройками поговорим. Простительность. Никсюк. Я тебе говорю, меня через стрим слышно прекрасно. Вот я себя слышу.
если все ок, подожди, сейчас немножко с настройками. А ладно, хуй с ним, пусть так остается. Тыдыщ. Ой, в республике 12 тыдыщ. Кошмар. И тоже 12. Жопом чую, он сейчас неправильно что-то делает. Я тоже так думаю. Он тебя хочет. Он меня хочет? Слушай, посмотри-ка, у меня трансляция упала. Нет, работает. Точно работает? Ну, я смотрю. Ты что, тараниться идешь? Ты дурак, что ли? Хуя себе, у меня разброс тут идет. Горит. Ты клёвый? Да вот знаю. Переднюю орудию выбил. Слушай, мне кажется, не работает трансляция, да? Переднюю орудию. Тыдыщ. Короткий анекдот про водолаза. Тыдыщ. Чё накидал тыдыщ? Блин, я от КДшки не успел, за раз успеху. Я его убил. Айо, блин, тебя очень хреново слышно, Новак. Чё? Тебя очень плохо слышно. Не знаю, я себя на стриме слышу прекрасно. Почему у меня твой голос включится? Продолжаем, короче. Не любишь ты меня? Да я обожаю тебя. Ух ты, как понял, что метр в кооперативный бой зашли. Километров-то я вообще красавчик, но. Ага, ботов нагибаем тут. А просто сегодня тестил, у меня остался вот это. О, в Алабаму не попал. Класс. Ну. Слушай, у меня Full HD работает там, Новак? 1000. Я пока посмотреть не могу. Ты тут боты, смотри. Да, абсолютно, да, работает. 1080. И не лагает ничего? Не, нормально. Ровненько. И держится 60 FPS, прикинь. Ну, прикольно. Ты клёвый. Да, Ника, здорово. Дождались. Жизнь, боль, да-да. И не лагает ничего. Не, нормально. Зас, я буду карты видюхи обновлять, я могу тебе продать. Можешь мне что? Продать свои. Ну или одну свою. Да, Ника, здорово. Дождались. А твоя какая? Титан 10. То есть видюха продать мне? Ну да. Ты можешь подарить мне просто их. А, вот так вот, да? Ну одну штуку, у тебя же две. Логично. Не, ну можем. А скажем сколько? Ну надо посмотреть что. Блин, почему я так херово тебя слышу?
Я не знаю, почему ты так херово меня слышишь. Ты выключи, попробуй TeamSpeak и запусти заново. Сейчас попробую, подожди. Disconnected. Не, ну, можем... А скажем, сколько? Ну, надо смотреть все. Блин, почему я так херово тебя слышу? Сейчас, всякий, ребят. Connected. Channel switched. А ну-ка, говори. Попробуй. Говорю. Вот. Заебись. Нормально слышишь? Угу. Ну вот видишь, я же тебе говорю, у тебя глюк. Я ж прям даже на стриме себя слышу, как я ору. Так у меня тут наушники отвалились, поэтому я тебя не слышу. Ты бот! Подожди, кооператив сниму нахрен. Ну, видишь, я же тебе говорю, у тебя глюк. Опять упал твой голос. Как-то он упал. Опять пришел. Я ж прям... Действительно, он пришел, ушел. Знаешь, что делается? Он уходит и приходит. Кошмар. Ой, просто... Вот. Кто громко? Новак или я? Я громко. Ты громко? Почему ты громко вообще? Я не знаю, ты определиться не можешь. А ну-ка говори. Говорю. Здорово. Здорово, сейчас и кабулети на... Да, я тут. Еще раз говори. Че говори? User was moved out of your channel. Все, а ну-ка говорите оба. Говорите оба, говорите. О чем говорить-то? Да ничего, не о чем. Давай о бабах. Пошли рандом гнать. Будем не гнать, а гнуть. Не будем и гнать, и гнуть. Сначала будем гнуть. Ника, я сам по себе очень громкий, это нормально. Могу еще ниже, вообще могу вырубить Новака, Ника. Ты клевый. Он человек хороший, всегда поможет, но надо будет, вырубим. Вы что, на стриме, что ли? Да. Ты даже не подписан на меня. Фу, гад. Ну, скинь ссылку, я подпишусь, я не знал, что ты... Да, этот бот иногда стримит. Завтра КБ буду стримить, ёпта. Ох, кошмар какой, ужас. Ой, блин, ужас. Этого не надо. Не, ужас. Будете как всегда, ребят. Республика отличная, ЛК, по крайней мере, пока его не понерфили. Нет, Ника, знаешь, первые дни, когда я его выкачал, он был шикарен. Вот сейчас не знаю. Вот. Давно не играл. Он косоватый стал. Вначале, когда меня стреляли... Ой, слушай, ну попадали. Тимур, вот из всех ЛК это самый точный. Нет. На практически любом расстоянии. Нет, вначале он был точнее, сейчас вообще косой стал. Нет, Новак, он сейчас не точный, поверь. Он сейчас наполовину точности Монтаны у него нету. Просто он пробивает. Его порезали маленько? Сейчас разброс большой у него, не знаю. Как говорю, порезали все-таки, да, вас? Да, какой-то он не попадает, а первые дни... Блин, я на стоковых расходниках. Ты клевый? Так вот! Я тестил в кооперативе. Мы еще можем последовать. Димона чуть-чуть осталось, завтра, наверное, на Димона. Я просто этот в кооперативе тестил сегодня, часа два. И там не хотел вот голдовый, хотя у меня там 120 миллионов, я как днище. Трен. Да и так нагнем. Азаз, ты бот заз. А сам ты бот. Толстый. Да, я знаю, я не спорю, не скрываю. А, кстати, как ты там этот, на Ютубе? А? На Ютубе как он написал? Ой, Новак, скинешь ссылку? У меня второго монитора пока нету. Когда я этот... Нажимаю, у меня картинка останавливается. Ну, шима, круп. Скинул. Все, спасибо. Все, пожалуйста. Ура!
Death Mayonnaise, ё-моё. Он сейчас разберет шейку. Гля, гля, что творит Death Mayonnaise. О, Жорик. Гля, гля, Галь. Сука, ушел, а я выстрелил. Клёвый. Шима ошибается, блин, дочь попухой. Булдых. О, здоров, здоров, друг мой, спасибо большое. У-ху! Да, о, еще один Death Mayonnaise. Почему? Давайте их чпокнем. Светятся там, где не надо. Думаю, сколько здесь дымойнов, вы что, охренели, что ли? Свет, свет, свет. Свет, нужен. Свет, свет, свет. Света, Даша, Ноша. Свет, свет, свет. Посветите их. Демон, давайте. Жорик, вали. Демон. Ну, 8000 всего лишь. О, Шимакака! Шимакака? Шимакака! Ну, Дезик, ты же должен повернуться. Ты же воткнешься сейчас. Да повернись. Дезик, повернись. Да не будет больно, повернись. Пидор. Пидор. Что-то ну куда-то пошел. Так вам свет нужен был. Так не ты же должен светить. А кто тут будет светить? Кто? Гинденбург? Кто? Ну не ты. Ну а кто? Ну хотя бы не ты. Ну вот и определись сначала кто. Давай носить. А, у меня два выстрела, ноль урона. И у меня пробитие, прикинь. Где он потом собирается? Александр Родионович Бородач. Ой, сейчас будет больно демону, походу. Давайте убирайте их уже. 17. Сейчас я новый порт выйду. Новак, есть сорвалась? КД. О, я приплыл, народ. Да, конечно, приплыл. Рашит он по своей корыте. Вы клёвые. Спасибо за свет. Да чё вы, блин, не убить никого не можете, ни хрена, светится столько народу. А кто светится тут, смотри, вот. А чё, нет, сейчас-то никто, до этого три майонеза светилось. Эсминец светился. Свет нужен, свет нужен. Так. Продолжаем, короче. Вообще с точностью беда у этой хрени. Сейчас в нынешних рандомах. Пойду накурюсь. Ой, я снайпер. Ходи. Сюда идите, Вася. Найду, найдет демона. Да я сам пойду. Сука, здесь Шима, блин.
извиняюсь. Да, это проклятие последней заклепки называется, Ника. Сюда идите вообще! О! Так молодец, ты будешь попадать, долбоёб или нет? Шинка, вот. Тупо честно. У них терпит спит. А, у нас Гинберг погибает. Шикарный человек. Ой, 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 ой. Ты 2500, вы что, издеваетесь? Ты прикольный. Гора уничтожена. Да не меня. Да не лезь, не лезь. Мы еще можем по свежим следам их поймать. Я даже не вижу. И не надо. Глупость это все. Я в рангах с двумя хп троих ушатал. Кстати. Но это мне тупо повезло. Вот смотри, разлет смотри. Что это? Ну вы поняли, да? Забывал все, что. Теперь молитесь, твари. Ты говоришь, не попадает. Ага, еще бы за 8 километров не попасть. Ну, знаешь, что? Некоторые корабли в этом плане способны. Смотри, как кучно летит. Тимур, может, отсветишься? А? Тимур, да. Тимур, может, отсветишься? В лобешник на 5 рублей прошиб, нормально. 6. Да, все. Ты клёвый. А что сейчас было, да? Не, ну это смешно. Реально смешно. Посвяти мне. Сейчас. Чем мне тебя его слева? Слева, Демойн, слева сейчас появится. Да не, да появится, он вперед пошел. Он нахрен вперед пошел, там Айова. Он бы его засветил. О, смотри, как пулет уже отхилился. Слигака. Га, пулетки! Пускай его на котлетте. Недалек. Да за свой стрим будет республика. Нет, да я читаю что-то. Не, не.
Видишь, кто тащил, да? Да ладно, ты что, читать умеешь? Да и у меня монитор нету, но у меня телефон есть. У меня чат. Вот, ты клёвый. И... Слушай, я... Нет, с двумя мониторами удобно. Ну, завтра и это принесут. Но очень старенький такой. Так, а ну-ка посмотрим, что у нас тут есть вообще. Ника, на чем ты хочешь? Что мне? Капулетти? Да. А ты через что в клиент захочешь? Через лаунчер или через гейм-центр? Через гейм-центр. А, тоже флажки и сигнал получаешь на халяву? Не понял еще раз. Тоже на халяву флажный сигнал получаешь? Я не знаю, а где их? А их это, при заходе сразу там отсыпают. А, наверное, я не смотрел на их. Ну да, 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 я тебе говорю. Там, как заходишь, сразу же тебе это до тех пор будет, пока его официально в строй не введут. Типа бета-тест туда-сюда, блядь, вам плюшка. А, все, классно, спасибо за информацию. Ой, может мне за угля флажки купить? Вот оно тебе надо? А чё мне уголь? С лалом скоро возьмешь. А зачем мне салем? Что был в коллекции? Да я прям сейчас могу салем и взять. Ну и чё? У меня 18 тысяч стали и 130 с лихоем угля. Ну, я тебе свой аккаунт дам, будешь на моем в КБ ходить. А зачем? Мне стали зарабатывать. Так тебе забанят? Никто меня не забанит. Так аккаунты дарить нельзя. А я не подарю. И никто об этом не узнает, я договорюсь. Беру почту, пишу в Wargaming. Orchard Ash. Действительно. А. А. А вот Васалим. Клёвенько. Вообще, клёвенько. Ой, ладно, Нико, договоримся. Пользуясь моментом, хочу передать привет всему Казахстану. Ой, Ника. У меня делать нечего, буду бустить аккаунт Новака. Он же столько мне не задонатил. Слышь? Хватит того, что я к тебе приеду, сволочь. Че, куда пойдем? А хер вот. Сегодня у нас очень серьезная программа, Вася. Батюшки, ты где этот камуфляж надыбал? Я его купил. Вот ты даешь. А сколько у тебя жетонов? 190. А почему у меня 95? Да, уже должны были сегодня начислить. Может, я не достоин? Наверное, не расстрелял. Наверное, да. Не, он приедет в октябре, он не обещал. Он мне даже обещал, что упакует и несколько вот этих матрешек принесет. Желательно 90-60-90. Да, желательно, чтобы в матрешке была матрешка, да? Такая. Ну, в матрешке такая, знаешь. Матрешенька. Ты ее потом вырастешь и такая же будет. Да нет, тупо в клетку потом размножать буду. Пусть будет много. Завтра ждай КБ. КБ же завтра. КБ завтра. КБ завтра, да. Хочу стримить. Блин, надо хотя бы в Тайфуне вот эти все задачки выполнить. Да сделаем, успеем. Два салима у вас. Ника, у меня там нормально трансляция идет, ни лагов, ничего. Нормально у тебя трансляция идет. Сергей, старший по смене. Сбагойте. Если на точке сменить, я захожу, убиваю. Ты клевый. Так, завтра. Слышь, проблемы с моей.
Ой, ебать, здесь мы слышим. Приветствую тебя, брат, категорически. О, расходник идет. Он не туда выстрелил. Походу. Сюда идите, Вася! Да и так попроще, смотри. Хотя у меня глаза уже болят, и я же привык к этим пейзажам. Приветствую тебя, брат, категорически. Ко мне в гости пришел Игорь. Получайте, а! Сашка! Тут кто-то насрался. Нет, не идет у меня цитадели. Вот прям категорически не идет. Это Виталий Сергей, старший по смене. Нужна разведка. Да ёпт. Ну вас к черту, я пошел в раш. Трэш пошел. Они все развернулись. Вот именно. Привет. Вражеский. Скажем, как будет. Что-то за борьбу кольца тут. А я так бур залил по бортовому, прикинь. А вот и так следующий. Ой! Вражеский крейсер. Молодец. Салями говорите там. Какие салями? Мягкие, нежные, вкусные. Ну, если что, я рашу, ребят. Ну, это для протокола. Ну, там. Понятно, это клёвый. Ой, ёп. Тут эсминец. В общем, у меня тут поиграно, походу. Ну, хорошо. Ё-моё! Начальника! Помоги! Блин, я заремался. Почему я заремался? Потому что ты прожал ремку. Почему я заремался? Потому что ты прожал ремку. Да ладно. Вот ты вообще не врубался, что я за это. Возгорание было, слава богу, хранено. Спасибо, Шимка, большое. О, как. Как-то у вас там такое происходит-то? Да, Ника, поиграно. Моя Шимка меня убила. Прикольно. В общем-то.
Новак здесь не сменит. Да я в курсе как ой, бы. Ой, не говори Новак, он на третьей линии воюет. Где? Где я воюю? На третьей линии. Это где третья линия? Я не понял, он это специально сделал или как? Или просто попал? Молодец, я тебе ой, Ника, ну шо, ему помог эта хилка? Вот этих двух Салимов, их не... Вообще, да, не говори, Вань. Вот Нику, он... Скажи мне, он вот свои эти хильки реализовал? Вот эти два... Опа, клёво, у меня башню снесли. Сокрушительные, эти два Салема били. Ну там еще и Миссури там. Киллер забрал Заза. Правильно. Вот, на все у тебя есть ответы. Ника, смотри. Есть у меня демон. Вот, ответь честно. Вот, нафига с мне Салем? Чем он лучше Мойки? Да! Мойка это машина убийца. Наверное. Ну не перед Монтаной, но вообще. Нет. Ну так и да, Ник. Ну... Республика тоже Монтану норм херачит. Пусть будет. Хочешь, чтобы я его купил? Купил его, купил. Жарким огнем. Блин, опять тут поставили. Машинка тут. Ой, блин, это да, помнишь вот это? Это вообще, я пришел. Просто в нос мне республика прислала 30 тысяч в том бою. Я до сих пор его помню. Откуда он меня там продал? Интересно, где их сумма? Там еще кого-то убил? Шима наша. Угу. Что дебило? Ну это у него раса такая, знаешь, дебилоид. Это новая раса в рандоме. А? А вот меня жена поправляет, это давнейшая раса, говорит. Древнейшая. Древнейшая даже. Я смотрю, ты сегодня в лингвисты пошел, да, ну? Да. Все мне поправлять. Нет, хорошо, поправляй. Ну правильно знать. Древний раз. Так, понимаешь, я просто не мог отвернуть. Там, если бы я отвернул, то бы не... Другие торпеды попал.
Да ладно, блин. 220 тысяч. 100 с копейками, но 2 ляма потенциалки. А у меня урона нет. 133. Ну, 123. Ну, у меня меньше. А сейчас вырублю его. У меня урон по моим разведданным 50 с лишним, 52 тысячи. Потенциальный урон 2 ляма ровно. С копейками. Так. Все равно мы молодцы. Ой, кто у вас, у кого есть авик? У тебя? Я вообще не играю на авик. У тебя нету новок? Нету. Я не умею на них играть. Ты что, авик хочешь взять? Я не, я грозового беру. Так если б мне раньше убили, так все равно у меня бы попал. Запускай, сейчас подойду. Хотя не. Рассчитывать, что союзника пораньше убьют, это как-то подло. Да, Вустер классная машина. Ой, давайте авика. Хоть два. Два авика. Давай, дайте мне два авика. Ой, блин. Дайте мне два авика. Дайте мне два авика. Да блин, если бы авик знал бы авик, что авик бы у тебя Вустер взял. О, о, два авика. Варика. А что, бывает на десятках по два варика, что ли? Я и свою убил. Ой, зачем? Чтоб мне больше досталось. В конце только. Лево, право, куда? Я назад! А? Я налево. О! Армагеддон, тебе привет передали. Армян нам, прикинь. Блин, я вот не знаю, далеко от тебя играть, Тимур, или нет? Да не, игра как есть. Я постараюсь жить. Я рядом с Кронштадтом буду. Ну ладно, тогда с Чунгму пойду. За Чунгмурить. Айк. Дергрозем. Мы еще можем по свежим следам. Куда делся? Поймать. Блин, он светить не будет, да? Не хочет. Да у него что-то свои дела. О, наш. Извиняйте. Да, наш авик такой, знаешь. Силач, ёпта. Отважный. Прикинь, хороший. По системе снарядов попало 1480. Ой, цитаделька ушла. Удар Гросса. Удар Гросса. Ой, удар Гросса, это у Курфюрста. На 19 тысяч рублей. А ты заметил, что у немцев очень часто шатают?
О, сейчас этот снимают цитадель, убивают. На дальнем расстоянии, да, вот на ближнем фигушке. Ай. Свечусь. Блин. А вот где? Тут, походу, где-то перед нами эсминец гуляет. Вон оно, дерево, где. Два мусаши под окном пряли стекловолокно. Вот сволочь. Ничего не говори. Ну что, я придумал прекрасный план. Продолжаем, короче. О. Я там смотрю, Сиэтл поймал торпеду. Теперь вы все уроды, а я олигарх. Ты бы помог Сиянгу. Твою медь! Ой! Но они уходят. Ой-ой-ой! Классно, я воткнулся. Ой-ой-ой-ой! Я молодец. Ой, ты молодец. Да воткнулся, что я сделал? Цветы. Больно же, ну. Смотри, смотри, сейчас будет меню самолеты. А здесь два есть. Чекай. Борьба, борьба идет. Это хорошо. Борьба, борьба. Да, чувак. О, самолетики, клево. А что они хотели, не знаете? Да, думаешь, они сами знают, что хотели? Понял. Прикольно. А? Торпеда сейчас. Спасибо, Ари. Да. Спасибо. А, что, решил помочь, да? Да я сам бы сбрил. Я 14 сбил. Что-то мне не здорово, короче. Помните, я на стриме Номена 64 самолета на грозовом сбил? Помните? Мы еще можем по свежим следам их поймать. Курфюрст прям встал на меня, походу. А, да, он толстых любит. Нас обходит. Если сейчас все пройдет, у него и у меня на меня встанет. Слушайте, у нас что-нибудь будут делать наши сраные эсминцы с этими эсминцами. И задрали уже, если честно. Опять я все придумал за вас! Гениальный план! Вот именно. Я про что и говорил. Все в одну сторону забились, привет. Ничего не происходит. Нас эсминцы не пускают. А крейсера дохнут. Блядь, что не знаю. Как, может, придете немножко вперед, не знаю, поможете. Мы сзади. Не хотят. И сзади, да? Сзади лучше, хорошо сзади. Ну здесь наш раш. Так, зал. Зал.
ТТЦ-то пошло, видишь? Продолжаем, короче. Чё? Новок есть РЛС? Есть. Блин, РЛС надо. Светит мне. Привет. Ну, блин, я на халку. Я разворачиваюсь. Ну, Саша, мы никто не пишет. Самолет сраный. Ой-ой-ой-ой-ой, блин. Что мы теперь будем делать? Это хорошо, борьба. Выдали новый служебный инвентарь. Я случился. Ты понимаешь, что ты... Да, Зетка. Начальника! Помоги! Помоги сейчас. Помогло. 4000. Супер. Вражеский способ ключ к успеху! Ну чё, я придумал прекрасный план! Живой, ёпта! Всё, осветись. Я сейчас... Не могу, за мной, Мусаш. Я помогу сейчас. Ну просто я решил скрыть следы преступления. Ну вы поняли хотя бы, как я вообще жив остался? Борьба, борьба! Я покойник. Молодец, я тебе поздравляю от души. Эгегегей! Да, я, конечно, чудом попался жив. Мы еще можем по свежим следам их поймать! Миссури тупо фугасами лупит. Борьба идет, это хорошо, борьба. Торпеды стоп не пройдет. Да? Да. Ключ к успеху! Все тут кучно все идет. Я расчет делал, что они выиграют. Ой, я хотел двойной удар сделать. Не смогла я. Ой! Недалеко. Цитка была, честно, за
Да там бы не одна была, я думаю. Там кучно снаряды летели. Да, грозового имбу, конечно, сделали. Вообще. А какой у него засвет, кстати? Сейчас скажу. 6. Блин, нормально. Ну, это хорошо. Ну, неплохо. Так, Анри. Андрей берешь? Угу. Там пусть гап будет. С гапом буду. Андрей, хорошо. Новак. Секунду. Прелестно. Прелестно. Чё вам не нравится? Прелестно. Ну вот чё вам не нравится? Тебе-то заебись. Да мне тоже, в принципе. Не, ну так считай. Ну у меня, ты учти, у меня ведь дальность небольшая на этом. Да мы знаем, что у тебя небольшая. Зас, а вот ты вообще помолчал. Почему? По качану. У тебя дальность стрельбы сколько? 22 с чем-то. Вот. Нас на максимальной скорости в тебя даже захотят попасть, не попадут. Да я даже могу стоять, они не попадут. Согласен. Все вперед-назад ерзает будет быстро. Да у меня 12,7 за свет. У него есть целый выход, хороший. А давайте еще шторм. Так, налево идем, направо. Я чуточку обманул, Новак. У меня ровно 22. Куда идем? Конечно, слева направо. Тут по часовой работают. Ты слышал? Что? Да я не тебе, блядь. Да пусть идет, и убьют его, нам больше достанется. 9,5 у меня здесь. Клёвый. А я тебя все равно с любого расстояния вижу, могу выстрелить. АРЛС-ка 9,9. Блин, ребят, я дождь вижу. Я никогда не видел дождь. Зас, там твой друган вон на Анри, тебе его и калашматить. Анри мой друган. Угу. Чё творит и Хайк? Вот чувак написал. Да. Правильно. Это самолет. Слегка так, да? Мы еще можем по свежим следам их поймать.
Да не, бахвал это. Ой, бухвал из них бахвал. Ну здесь на точке сменится. Клёво. А вот какой ответ ты ждёшь от нас? Шип пизда. Опа. Считай, гиндера нет. Да ладно, чипай 6 ледников, вы что угораете? На работе, да, охранником работал. Тупо делать ничего. Ой, Монтана, сейчас попадешь. Кем попадешь? Не понимаешь, что не идет. А вот сейчас попадешь, походу. Ай-яй, вот, блин, клёво. Шикарный выстрел. Снайпер, ёпта. Твою мать, прям под торпеды полез. Я походу поиграл. А я тоже сейчас поиграю, я ошибку делаю. Ты ошибку сделал, я-то не могу. Yeah.
Таки, блин, плюнул в меня снарядом. Он на фугасах, зараза. Если не ошибаюсь, 6 килограммовый. Не очень большой. Зажигалку и сказал, смотри. Возгорание было, слава богу, устранено. Ой, мы ой. Еще можем по свежим следам их поймать. Ух, я баржу развернуть успел. Нифига себе. Это Виталий Сергеевич, старший по смене. Здравствуйте. Я сейчас убью, блин, достал. Твоего друга сейчас убью, достал. Какого друга? Кто у меня там друг? На Анри какой. Ты не друг у меня ехал? Друг он мне гнида чернопопая. Начальника, помоги! Опять я ошибку делаю. Кошмар. Поставили! Хорошего! Крепкий! Ё-моё! Борьба! Борьба идёт! Это хорошо! Борьба! Борьба! Начальника, помоги! Класс! Борг, зайки, 4455. Это шикарный домок, на самом деле. Дайте мне убить. Я не специально. Три фрага у меня забрали. Кошмар.
200 тонн золота на Дмитрии Донском? Ты про чё? Я чё-то не верю, Ника. Разве этот корабль мог столько везти? Да он и больше мог везти. Да я чё-то не верю. Да может, нашли какой-нибудь. Ну не столько же. Нет, 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 тоже передавали эту информацию по ящику. Там англичане же с одного корабля вытащили 100 тонн золота. Так 100 тонн, да, ну 200 тонн, но это, по-моему, перебор. Ничего не перебор. Почему? Почему мне не дают вот эти 95, этот, 100 жетонов, почему не дают? Не знаю, ты каждый день играл, да? Это вроде да. Не люб ты. О, не хочу, Андрей. Пусть будет разнообразие. Что берешь, Тимур? Да не знаю, ты бери, у тебя же стрим. А какая разница стрим? Че ты? Да мне тоже как-то. Нет, ты бери, ты командир все-таки. Ладно. Возьму-ка я этого петуха. На петуха такой ответ. За петущим. Авиашлюпка. А ты 7 хочешь, Вань? Сейчас после этого боя 7 на семерке пойдем. У меня вот Баффало почему-то вообще самолеты не сбивает. Хотя он в ПВО. А у них Авик тоже ничего играет. Да, хороший Авик. Знаю его. Он меня два раза убил. У них и отряд хороший. Давай, Ника, скоро мить туда же. Ну, у них тоже густо Минотавр. Пойду-ка я вот сюда. Новак, можешь вот. Вот. Я чё, в обезьяне? Вот можешь, вот. Дельфинарий. Блин. Где? Сейчас скажу. Уже сказал. Вот, вот. Вот сюда можешь подойти и стоять. А я туда и собираюсь. А я эсминца буду встречать. Взлету готов. Вот здесь взлету готов. Второй готов. Третий готов. Седьмой готов. Шестой готов. Взлет произвел. Почему у меня? Все на максимум, как будто не слышно. Второй, продолжаю движение. Жду приказов. Третий, продолжаю движение. Говорят, женщине делается на три части. На дам, на не дам. И на дам, но не вам. Говорится, так випим же за дам. Нет, третье, не дам, но не вам, это, в принципе, решаемый вопрос. А то, что не вам, это решаемый? Нет, это то, что дам, но не вам, можно ли спокойно договориться, что и вам дадут. Да. Ой, ты там, смотрю, ловила сказать.
Казахский лавый лаз. Авик прям оптимист, ты глянь, что творит. Допустим. Вот, что а че это? А ты сбиваешь вообще там? Да? Тирпица не трогать, он мой. Изюма топит. Ну, а в устах. По нам ведут огонь. Второй уничтожен. Пятый атакован. Жду приказов. Четвертый уничтожен. Жду приказов. Атакован. По нам ведут огонь. Третий уничтожен. Жду приказов. Может, что тут на тех самолетах делать? У нас удалось, дебил. Четвертый готов. Жду приказов. Валенкору убежали. Взлету готов. Жду приказов. Четвертый взлет произвел. Атакован. Отлично сыграно, командир. Второй. Продолжаю движение. По нам ведут огонь. Да зараза, стой! Сейчас грозовую. Четвертый, жду приказов. Четвертый, по нам ведут огонь. Третий, продолжаю движение. У нас фланг сливается. Третий, у нас фланг сливается, да. Жду приказов, прием. Жду приказов, прием. Конь сливается. Второй атакован. Третий, жду приказов, прием. Атакован. Второй уничтожен. По нам ведут огонь! По нам ведут огонь! Шестой взлет произвел. Начинаю атаку! Начинаю атаку! Четвертый уничтожен. Иду домой. Продолжаю движение. Пятый уничтожен.
Вашу машу. Шестой, жду приказов. Вот это я удачно зашел. Жду приказов. Ты заебись зашел. Ну, это на весу. Все, класс. Поиграно. Не разворачивайся. По нам ведут огонь. Зас, иди за мной. Геринг случайно поймал. У них нет СМС. Я Геринг случайно торпедой поймал. Захожу на линию атаки. Седьмой. Интересно. А, Вустер дал. Понятно. Четвертый готов. Миссури уходит, да? Пятый к взлету готов. Второй, продолжаю движение. Я не понимаю, что три корабля делает с Алабамой. Третий, жду приказов, прием. Дрочит. Вот это прям правильное слово. Ой, помоги. Закат да, дай. Да. Не успел, сука, кинуть. Все равно разброс большой, он в ПТЗ поймал. Там две торпеды ровно в ПТЗ вошли, не критично. Второй уничтожен. Седьмой готов. Четвертый уничтожен. По нам ведут огонь. Сейчас подойду, народ. Хочет прикол, у меня 0 урона. Я куда иду, меня сбивают тупо. Пятый уничтожен. Поиграл на авике. Называется. Вот они сбивают, наши как-то нет. По нам ведут огонь. Я вдруг почувствовал внезапный приступ усталости. Седьмой. Взлет произвел. Ноль урона, я ничего не сделал. Бесполезный кусок говна у меня. Я реально вообще ничего не сделал. Четвертый. Не использует ее по ее прямому назначению. Просто ноль урона у меня. Вустер у тебя не сбивает, говоришь? Седьмой. Нет. А? Баффл. Что нахуй такой бой? Вустер, Минотавр, Демон. Грозовой. По нам ведут огонь. Просто некого мне, просто не доходит у меня самолет, ты понимаешь? Ноль урона, это самый худший авик в последние полтора года. Меня вообще мои крейсера не кроют. Я крою. Ты на меня. А где ты? Вот ты бил вот сюда вот, а он там не подлетал. Ну, у нас там мастер шотный, блядь. Мастер ПВО у чувака. И шлем, стоит вот сюда, один стоит вот сюда, один стоит вот сюда.
один стоит вот сюда. Ну вот давай, ну делай, что ты сделаешь? По нам ведут огонь. Бля, вот два корабля не могут один раз. Заебись, у меня 3500 урона уже. Катапулетти, иди точку А забирай. Да меня засветит, я бы не пробить. Ребят, вы по идее без авика вообще играли, честно скажу. Почему? Я говорю, без авика вы играли, у меня 3500 дамага, понимаешь? Клёво тебе. На корабле, у которого средуха там 130 с чем-то. Чё делает, блядь, этот еблан? Бобры. Я не понимаю, у меня то ли на Минотавре ПВО порезали, то ли что, я так хреново самолёт сбривал, честно говоря. Тапок, это ты? Здравствуй, чё, стой, что? Заходи в ТС, Тапок. Здравствуйте, пустой, что ли? Стой. Да я ухожу отсюда. Да, твой Минотавр здесь. А, не вот он. Да, ЗАС пустой. У него один бомбер остался. Всё. Ты на чем все самолеты потерял? А вот после боя увидишь, сколько ты сбил. Сколько их не Минотавр. Я мало сбил, почему-то, на удивление, кстати. Сейчас Каролину заберем. На меня заходит, блин. Я ставлю приоритетную цель на этот самолет по ПВО, блин, и нифига, ничего. Вот, блин, сбил чуть-чуть. Они надо мной кружатся, я их сбить не могу почему-то. Хотя Минотавр, гад, весь в ПВО полностью. Вот дал. Идиот, просто постоял. Сейчас торпеду или нет? Сейчас торпеду поймаешь? Да, да. Не пшестой, начинаю атаку. Заградку включи. Шестой, иду домой. Шестой, уничтожен. Поближе ко мне иди, я дам заградку. Есть контакт. Это сколько он тебя снял? Да с цитадели он снял, он там бабаха. Я видел. А пойду-ка сливаюсь. Потрясающе!
Новак, перетащи твоего тапока, пожалуйста. Чего? Перетащи тапока. Одел. User was moved to your channel. Тапком по жопке. Здорово. Так у тебя же здорово есть этот звездочка, ты же видишь. Ну? Нет. Это админская комната. Я пытался зайти. Это админская комната. Сюда можно попасть только с правами админа. Ты видел? Да, у меня красная звездочка пиздатая. Что, нельзя попасть? А? Я говорю, у меня красная звездочка пиздатая. Нельзя попасть? Не знаю. У меня тупо с ПМК больше урона, чем вообще в бою. Попробуй выйти отсюда и зайти еще раз. Я такого даже на пятерке не играл. Такого хреново в бою. Тапка. А? Попробуй выйти отсюда и зайти еще раз. User left your channel. User was moved to your channel. Нихуя. Да, это я канал стримеров. Команда с звездочками. Нет, нет, это канал стримеров, из-за этого у меня не получается. Слушай, увидишь Саню до меня. Так. Ладно, я сам напишу, скажу. Не, это пиздец, это был не бой, это вообще издевательство было. Ну вон нафиг. Не понял, что это было. Я даже не буду смотреть, и, наверное, в последнем месте. Поэтому, Зас, не надо брать пернатых. Да, чё-то я вообще... На последнем месте. 200500 урона, ребят. В последнем месте. Красавчик. Вот, Минотавр, Вустер, вот кто играли. Сколько у нашего Вустера и Минотавра? Заебись, 14 и 13. Ну а что ты хочешь, он не заходил? Угу. Вот если заходил, я сбривал. Что ты хочешь? Ничего, я сам виноват. Повторим? Нет, не хочу. Почему? Потом. На гиндеры пойду. Красавчик. Нафиг это гиндер, пожалуйста. На республике пойду, вот. Опять. Ну опять. О, проходники сейчас. Подожди. Лиферио здесь опять. Давай счет. Так, давай. И раз. Я Новаку сейчас командира дам, он. Не надо. Он посчитает. Я не умею. Умеешь, считай. Два зажимаем, три отпускаем. На что вы меня подбиваете? Готовы? Угу. Не, подожди. Тимур, ты домой не купил? Сегодня возьму. Блядь. Так какой завтра... прем-корабль у тебя есть? Подожди. Завтра на КБ возьму. Слушай, у тебя какой прем-корабль есть вообще? Мусаши, Атланта. Атланта? Да. Да он уже накопил на него. У меня есть, у меня сейчас 16-17 лямов есть. Мы готовы. У меня вообще денег нету на аккаунте. Ага, расскажи еще. Тапок. Чего? Мы готовы. Я тоже готов. Считаю. С 3 до 1. Два зажимаем, три отпускаем. А, ну давай так. Раз, два, три. Да, у нас совсем денег нет на аккаунте. Вообще нет у меня денег. Главный балабол. У меня нет. Что у вас нету-то, и вот мне вот это интересно. Не знаю, я корабли постоянно покупаю. Наверное, из-за этого. Покупать вообще. Действительно. Эльзац только что купил. Не, Заз, я-то качаю, только сейчас начал качать. Кого? Вообще корабли.
Ну вот мне сейчас Эльза столько только купил, у меня стоковый. Еще даже на последний модуль мне не хватает денег. Нихуя не попал к вам. Ну, бывает. Говно бывает. Shit happens. Ну я пойду на врыв, если что. Кстати, тапок ты ничего не заметил? Зас, а спартанец это тапок, что ли? Да. Ты чудо какое мелкое. Спартанец, ёпта. Всегда вздыхает там первую попытку. 300 засранца спартанцев? Шпили-выли, мы еще можем по свежим следам их поймать. А ты попробуй перед тремя демойнами оставаться жив. На этом, на гиринге. Он-то остается. Капулетти в чате нарисовался. О, здорово, Тим. Здорово. О, блин, это ты. Ай, ты кошмар. А у меня с телефона я просто... Капулетти. Капулетти. Они красивые, Капулетти. Кстати. Не, они красивые. Дон Капулетти или Котлетти. Анрия. Слушай, мне интересно, если Тимуру в руки Минотавра дать, он вообще всех выебет? Да, я убью с боя без пяти фрагов никогда нет. На Минотавре? Да. Я и на КБ катал. А чё, ты сейчас его не берешь? Ну, это второй аккаунт. А где первый? Первый я... Чё? Друг подменял. Да забанили первый. Нет. Нафиг, я валю отсюда. Почему? По качину. Ну это не объяснение причины. Все, короче, Стас. Витя. Дюша Метеорки. Дюша Метеорки. Не, ну я понимаю, я мне рашец как-то идти вперед. Ну люди, вот эти люди, вот. Оно. То есть. Что оно там делает? Я-то убегу, понимаешь? Но вот эти... Палки ебаные, что там делают? Чёрсы на ринге, нерчи генации. Волка ты этайчи генации. Вам сиксан каунисин. Че вам все? Ты сейчас там с кем разговариваешь? У меня в доме, кроме меня, только жена. Клёво. А с кем разговариваешь? А я думал, вот эти критические дни у тебя попозже идут. Это никому. Вот.
штучки нельзя. Что они тут делают, ребят? Вот, вот что это? Что это? Вот, вот, вот это что это? Не, надо с тыла заходить. Вот здесь вот эсминец. Продолжаем, короче. Он за тобой идет или на точку? Скорее всего, на точку. Александр Родионович Бородач. Я его поймаю сейчас. Шимка тут. Охренительный разброс у меня. Тут пришла Иринка из продуктовых. Да успокойся. Пизда. О, Иринка. Кто тут? Тут ко мне в гости... Да ладно, вы чё, гоните? Вот как республика так точно стреляет? Два снаряда летят, два снаряда ровно в цитадель попадают. А ты говоришь, республика нифига не стреляет. Ну-ну. А как их не крейсера не ловят, а наши ловят? Понятия не имею. А я имею. Как они умудряются так стрелять, что два снаряда летят и залетают ровно в цитадель? Оба. И скажи мне после этого, что этот линкор, блин, не имба. Здорово, Андрей. Где Матанаева? Мы еще можем по свежим следам их поймать. Тимур, есть РОС? Я ж давал. Да нет, его рядом не прижал. Сейчас я ближе подойду, посещу. Вот здесь и за он есть. О, цитадель просто. Чипайн Гимат издевается. Капитально причем так. Сука, я хуею с этой игры. Короче, Миссури за островом, понял, встал. Ну, такой низкий остров, короче. Я ему в полный борт кидаю за остров. 1350. Опять кидаю за остров, а у меня, короче, появился значок, ну, что перекинуть нельзя, короче. Один снаряд залетает на 7000 с хуем потом. Ну, это ебануться. Начальника, помоги. Помогите с республикой. Да никак.
выдали новый служебный инвентарь. Ну, точку берет. Ну, 3000 всего лишь. Ты клёвый. У нас курфёрские чипа не могут Димак домучиться. Ну вот этот разброс, ну что это? С тремя укалы его. Аккуратно. Да, они тут на точке, это прям тут. Равшан говорит, ты лучший повар в роте. Твой рот, говорит, лучший рот части. Но если что не так, я твой рот, сказала. Продолжаем, короче. Курфюрст, Республика, Эльзас, Бисмарк. Смотри, все ли крейсера здесь? Ура! Они кого-то убили! Офигеть! И то не сами. Там шима шотная, блин. Гроб шотный. Я сейчас направо пойду и тупо на торпеде нарвусь. Тут к дальке не ходи. Эти буки какой-то странный, бортом ходит. Это злые пупки. О, мишенку убили. Сейчас от Кагера прилетит и... Да как я сейчас сзади его стачкой. Мы еще можем по свежим следам их поймать. Как я на них мог, кстати. Ой, купил. Ой, не делай так, алкаш. Не делай. Алкаш, не делай так. Искал, смотри. Мартвон очень авиаумный. Авиаумный. Алкаши, Олсака, Алкаши, Касы. Олсака, Алкаши, Касы. Да не делай этого!
Хорошо, умер. Красиво. И меня подпер, и сам сдох. Угу. Смотри, Бисмарк таранить идет. Нет. Так почему нет? Там 7000 урона есть. Не, он не таранит. Не, он это, решил не тараниться, но пушки у него совсем в другую сторону. Он ТМК должен добить его. Ага, он даже не стреляет у него ни разу. Такое ощущение, что у него ПМК как и ПВУ просто включено. Ой, а он что-то бот походу. У меня 4.5 потенциального урона. 4.5? Да. Красава. 4 вот миллиона это... с половиной? Ну, что-то нифига себе. Ну, 3 линкора воевали. Вот это нифига себе. А кто Нил по поводу FPS? Да там этот Бисмарк, отлично. Ну, Шимка идиот, бля. Как всегда в нашей команде. Определенно. Это бывает. Да это прям не лечится. По дальней ауре взять точку. Нет, блядь, надо, блядь, на курс подойти. Да не стреляй, ты бот. Бою еще. Ему хочется. Да, сейчас, но сейчас их не трое убьют наших пятеры. А, все, пойду. Да нет нас больше. Где рыбусь придумал? Да ч он стреляет, блядь? Хочется. Действительно, хочется. Хагера не хрен найдет. Чапаев урон не наносит, не попадает, что это? Ну он по линкорам только умеет стрелять. По Ямато. Ну хоть и отходы, блядь. Смотри, да. Из ПМК больше там наваливал, чем он. Да. Бля, все 4 ловят. Ну давай, чапаем, давай. У меня еще один, блядь, стреляющий. Его ПМК должен. Че там, будешь, не ушли? Не, сейчас Хагер убьют. Скорее всего убьют. Убьют. А
подарили. Вы проигрываете? Они нам бой подарили просто. Вам просто надо было бежать. У меня было 167 тысяч урона. Бля, я еще не поступил. Так, а ну-ка, подожди, я кое-что хочу посмотреть. 3700. А ну-ка, давай еще раз, на. Нет, не хочу. Ну его в пень. Не, вот этот камуфляж на Вустере новый. По 400, в каждом бою по 400 серебра дают. Берите, что берете? Не, по фарму. Давай. Секунду. Посчитать не забудьте. Да, сейчас. Ты какой корабль взял? Удалова. Сейчас вид еще супер контейнер. Быстренько. Ты сейчас вытащишь два белых кубика, блядь, и пиздец. А нихуя не вытащи. Так, считаю. Раз, два, три. Три. Так, считаю тапок. Врешь, не возьмешь. А он пошел спать, Тимур. Зас. Че у нас в плане за ренеймит юзер? Ну псу. Ну блять, ну ебано в рот, ну почему, блять, а? Клевенькая. Сука. Зато мы тебе сейчас три плюсы кинем. Ты три вкусняшки у тебя. Да. Три линкора. Так, короче, представьте меня перед собой. Ну, типа я провожу перед вами рукой. Меня здесь нет. Меня здесь нет. Получили установку, блядь. У нас палочки есть в виде Миссури. Тапок, мы же друзья, елки, не топи меня, пожалуйста. Брат, торпедами вообще никак. Завтра ЖКБ будет. Вижу только друг другу там. Здоровайтесь. Друг друга. Я просто человек этот, злопамятный. Блин, давай я тебя не... Тимур, у меня тоже память хорошая, Тимур. Нет, дельфинарий! Ну, плюсик я тебе поставлю. Не используйте ее по ее прямому назначению. Я поставлю, если он будет достоин этого. Ай, блин, у меня закончились пушки. Вот он, ключ к успеху! Поставьте дым завесу. Ставлю только тогда, когда ты будешь этого достоин. Тапок, ты куда идешь, какой штаб? На С. Правильно, потому что мы на. Да ты пиздишь, я его сейчас на С заебу. Ну да, да. Я вообще на Б. Ой, сука, овощи, бля. Сразу тебя на стриме подарки делают, да? Игры там. Какие-нибудь марафончики. А кто должен это?
Ну ты делай, если я спою, ты мне 1000 голды дашь. Если ты что? Спою. А если я спою, ты дашь? Мы еще можем. Нет, ну это что, если ты должен конкурс устроить? Так стримеры поддерживают, они игроки. Алло. Нет, я тебя поддержу, я тебя и так поддержу. Чем? Ну а ты, а что там можно закидывать, да? Ты что, будешь держать бит? Не, ну я деньгами подниму. Вот какие держать биты. Я, если честно, не понял твой вопрос, Димов. Честно. Не, ну бывают такие стримы, где конкурс на 20 000. Конкурсы бывают. Стример делает какие-то конкурсы. Цик. По-моему, пока рано, у меня пока... Да, Лой засветился. 100 подписчиков трудно. Александр Родионович Бородач. Да, фигня, завтра же будет 200. Мне надо только спеть и все. Удалой, удалой. Москва спит. Хотел играть с тобой. Пока он спит. Бля, я не понял, какого хуя я светился и смысл в дымах. Тебя Гиринг засветил. Так он же в дымах был. Не знаю. А, это Дымбург, все. У меня РЛСК была. РЛСК. Александр Родионович Бородач. Гранц Александр Родионович Бородач. Приветствую тебя, Гранц. Ты же на Цишу. Клевый. Походу, пизды к вашему гробику. Ну, гробу конец. Он еблан, блядь. Как же так получается? Больно. Ты мне поджог. Сука, вот конченый тот, блядь. Да уходите оттуда, я сейчас тебе морду разобьют. Да. Кстати, на тебя, блин, почти всякий побудет. Александр, что там не Чепухова, короче? В Москве цитку выбью, нет? Сашка! Не исключено. Ой, ребят, ребят, я только что за ухарю разбил. Весимся в Москве в городе. Топок, я тебе 15 000 подарил. Теперь не трогай меня. Молодой горячий. Кто развернул Москву? Да, по ним кто только не стреляет, он развернулся. Ну, прекрати ты мне заниматься. Тапа, перед тобой 4 цеста, кто не стреляет. Командир говорит, Шан говорит, ты лучший повар в роте. Могу, потому, блядь, и стреляю. Но. Рот, говорит, лучший рот части. Но если что не так, я твой рот, сказала. Ебать вас, тараканов. А ну стоять, я сказал! Вот посмотрите, сука, на цель, что они там делают. Бля, я пасуется. Они мне домашку дарят. Что они делают? Бьют, играют. Пидоры. Пидоры тоже люди, надеюсь. Я с тобой не согласен, блядь. Слушай, разумно такое слышать, это страшно. Толерантный, да? Вообще нет. Я их ненавижу. Кошмар. Заста, прям меня вообще сейчас уберёт. Ты мне сейчас вообще, говорю, уберёт. Заста, сейчас не помню, 1 000 000 армений. Да я думаю, не 1 000 000. Я ненавижу пидоров. Да. Ну, ну, я, например, считаю, это болезнь. Толерантный я, ты чё? Это не...
Никак их не должно, как бы вам сказать, прощать то, что они делают. А что они делают? Они делают. Фиг они делают. Ну, как это они вот что, сука, Кремлин делает? Вот уёбок, блядь, а? Что, умирать? Ай, ёбаху. Начальника! Помоги! Это дети разломали, безобразники! Выдали новый служебный инвентарь. Москву добить. Молодец. Я тебе зажигалку искал, смотри! Да блядь, я в ахуе пиздец. Я им, блядь, тыкал нахуй, кричал, блядь. Сюда, блядь, пойдем, похуй вообще. Добей. Мне уже 140 накидал. Эдинбург 0. Да ладно, почему рикошет этот борт? Твою мать. Мы еще можем по свежим следам их поймать. Заработали 2000 рублей. Да пиздец. Капок, скажи, где ваш Шима? Кто? Шима ваш. Зас, куда бежишь? Пошли лови. Ты что, у меня в ХП не видишь? А, я 2000. А, вот и бежишь. Выдали новый служебный инвентарь. Борт, не в борт, ох, одни скрижники. Отсветись. Хим пробитий только, за бой. Они тупо зажгли, я под фокусом был. Кошмар. Ну, конь мой. А, конь тонет. Ай-яй, 4 сквозняка в борт. Это клево. И еще один сквозняк. Чистый опыт, это сколько вообще за бой можешь выносить? Ну это который у тебя в статус показан, который, ну понял, когда открываешь. А, вот это чистый опыт, да?
Пизду, ебать. Да ничего не говори. Давайте последний бой сделаю. Ну вот, мне 1 200 000 на карту. Тимур. Тимур. Да. Урон по моим разведданным 90. Чем у нас эсминцы занимались, я не понимаю. Блин, у нас все... Короче, Тимур за достойными соперниками. Андрюха какой-то хуйней занимался. Действительно. Понимаешь, я вот весь бой стрелял ровно, нормально, в борт. Только у меня все попадания, вот из 39 попаданий, у меня всего 12 пробитий. Остальные сквозняки и все, или рикошеты. Я вот этого не понимаю. Не знаю, я 12 аделей выбил за бой. Молодец. У меня 4. Я в шоке. Считай, Нова. Сам считай. Считай. Ну, со мной хреново получается. С тобой хотя бы он попадает с нами. 3 опускаем. Тапок, ну, давайте. Тапок, давайте. Сам считай. Давай. Да я же нажимаю. Нужен тот, кто не нажимает. Так, считаю. 1, 2, 3. Ой, Андрюк, ты пораньше нажал. Нет. Сейчас увидишь. Ты нажал еще тогда, когда я сказал раз. Ну, действительно. Балабулка. Я нажал тогда, когда ты сказал «считаем», да? Угу. Так не попали. Так ты не говорю, ты раньше нажал. Да тапок просто испугался, бля. Нервы сдали. Нервички сялят. Соболевый. У них шинки с двадцатками. Все, давайте, 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 идите уже! Че, продаем? Че? Продаем, говорю. Я это как-то уже слышал. Не, я-то всегда дал. Мы еще можем по свежим следам их поймать! То есть куда ты давишь? Я на Апой. Ну давай. Продавим. Сколько кланов, блин? Где? Вообще говорю, кланов дофига. А маги? Ой, пожалуйста. Ты же хороший человек, да, не скажу. Бля, ты перепил. Ну здесь точно нет. Тебе бы не подтвердить.
Чувствую тебя, брат, да не горит. Да я смотрю, вы прям рашите. Угу. Шпили выли, делать будет. Да, республика сейчас нет. Фиксаторы. Одна шинка там. Вторая здесь. Куда он сейчас тут? Ад, сука, на меня кинул. Аккуратно! Помогите осколки выковырять. Новый служебный инвентарь. Сашка. А вы что, давить не собираетесь, да? Нет, конечно. Кого давить? У нас тут эсминца нету. Да кирпюс там демон, что ли? Угу. Я кирпюс тут фугасный, только по ложке вышибаю сейчас. Клево. Продолжаем, короче. Поломали? Поставили! Хорошего! Крепкий! Сюда идите, Вася! Что там подполняет? Собирайте, да? Угу. Демон. Тут ко мне в гости пришел Игорь. Мы еще можем по свежим следам их поймать.
Дима на дальней стене. 18. Александр Родионович Бородач. Молодец. Я тебе поздравляю от души. Александр Родионович Бородач. Че он как попадает, Дима? Дима вообще попадает? Помогите осколки выговорить. Тут ко мне в гости пришел Игорек. Выдали новый служебный инвентарь. Ё-моё! Это что получается? Я весь этот фланг выгнал, да? Куда? Ну клёво. Что мы теперь вообще будем делать? Сюда идите вообще! Давим, парни. Я походу труп. Спать надо мне. 6000 долларов. Ты клёвый. Машинка трупная. Да я тоже. Ладно, я спать. Спасибо. Давай, давай. Давайте, ребят, спокойной ночи. До завтра. Давай. Disconnected. Ладно, всем спасибо, ребят, спокойной ночи.